С вами retail.ru, мы продолжаем общаться с нашими гостями. Александр, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, как вам сегодняшняя выставка, что вас сюда привело и пару слов о роде вашей деятельности. Слушайте, но выставка отличная, очень приятно видеть знакомые лица после такого большого периода нахождения по закрытым территориям, вот, и видно, что бизнес-сообщество живо, это очень хорошо. Конечно, сам формат выставки немножко сократился, но это тоже понятно. Те, кто здесь находится, это все живые проекты, живой бизнес, который развивается в момент кризиса, и это толкает целиком нашу экономику, как мне кажется, вперед сейчас. Вот. Что касаемо рода деятельности? Для нас, в первую очередь, в рамках данной выставки, наверное, интересно по проекту универмагов российских дизайнеров. Это два проекта. Один проект – это универмаги «Слава», другой проект – это универмаги «Ярмарка». Эти проекты мы развиваем в крупнейших торговых центрах, аэропортах. И сейчас в условиях кризиса, когда очень много свободных, вакантных площадей, нам, конечно, только развиваться и развиваться. Более того, запустили даже сейчас новый проект, когда мы делаем универмаг российских дизайнеров под ключ для заказчика. То есть новая услуга на рынке. Спрос очень большой, но справляемся с объемами пока. Большое спасибо за ваш ответ. Мы желаем вам удачи и успехов. С вами retail.ru. Не переключайтесь.